Так что вот в этот прекрасный праздник, День физкультурника, ребята здорово его отметили. Мы с вами тоже, надеюсь, прекрасно провели время, насладились замечательными соревнованиями, насладились очень красивыми прыжками, получили огромное удовольствие от выступлений наших лучших прыгунов высоту. Итак, Никита Курбанов. Результат 2 метра 24 сантиметра. Сегодня он третий. Ну и, конечно же, Илья Иванюк. Напомню, он бронзовый призер чемпионата мира. Он неоднократный чемпион страны. Илья Иванюк. 2 метра 28 сантиметров. Сегодня таков результат Ильи. Ну вот видите, уже такое количество титулов у Ильи, что вот пока назвали, такая огромная получается пауза. Сегодня он только второй. Так что такие интригующие, такие интересные соревнования у нас получились. Конечно, участие Данила Лысенко. Это очень приятный для нас сюрприз. Настоящий подарок. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года. Чемпион России 2017 года. 2.31. Так, года. Начинает. Мастер спорта России международного класса. Данил! Начинает Данил с очень хорошего результата. Свое возвращение в легкую атлетику и сразу с победы. 2 метра 31 сантиметр. Ну что же, соревнования в Ирбите потихонечку подходят к концу. Не забывайте, что у нас еще будет финал спартакиады. Легкая атлетика с вами не прощается. Огромное количество турниров мы с вами еще посмотрим. Ну а с вами сегодня была Иоланда Чен. И до новых встреч в эфире. Всех с праздником!